Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за минувшие сутки зафиксированы три факта ведения незаконного предпринимательства. По одному факту – краж денег с банковской карты, личного имущества и из магазина. Один факт – вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 8 мелких хищений. Один факт – повреждения авто в результате действий сторонних людей. 5 ДТП без пострадавших. Один факт – неисполнения родительских обязательств. И 4 административных правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции Нефтекамска зафиксировали 45 нарушений правил дорожного движения. 5 водителей были наказаны за чрезмерную тонировку автомобиля, еще 5 за нечитаемые госномера. 13 автолюбителей пренебрегли ремнем безопасности, 1 перевозил ребенка без удерживающих устройств. Еще 1 водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным прав. Зафиксировано 1 нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса. За минувшие сутки на территории городского округа пожаров не зафиксировано. Бригады скорой помощи совершили 197 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 11 человек. 24 нефтекамца были срочно госпитализированы. Зафиксировано 3 выезда, связанных с криминалом. Кроме того, 11 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 5 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 4 малыша – 2 мальчика и 2 девочки.